Анонс и точная дата выхода 9 серии нового российского сериала «257 причин, чтобы жить». 9 серия сериала выйдет на интернет-площадке Star.ru 14 мая. Напомним, по сюжету сериала в центре истории оказывается девушка Женя Короткова, которой не так давно диагностировали рак. 3 года она с ним боролась и вышла победителем. Женя обрела редко кому выпадающий шанс начать жизнь заново. Однако, как мы скоро узнаем, Женину радость и разделить не с кем. Ее сестра развлекается со своим бойфрендом и продолжает наживаться на горе Жени. Устраивает в интернете сборы средств на борьбу с раком, пристраивая все деньги себе в карман. Женин парень, насмотревшийся на все сопутствующие химиотерапии, симптомы и результаты, решил завести себе любовницу. А на работе про Женю, кажется, все и вовсе уже давно позабыли. Босс-идиот возмущается отсутствию волос на голове героини, а недалекие коллеги боятся близко находиться рядом с ней, всерьез думая, что могут заразиться раком. Отстраниться от радости новой жизни героине помогает небольшой желтый дневник, который она завела в самый тяжелый период болезни, когда силы были уже на исходе, а просвет даже не подразумевался. Прислушавшись к совету с онкологических форумов в интернете, Женя завела дневник, куда она последовательно стала заносить свои мечты и желания, которые нужно исполнить перед смертью. В итоге набралось 256 пунктов, но обновленный расклад дел позволил добавить еще один – найти свою любовь. Напомним, 9 серия сериала выйдет на интернет-площадке Star.ru 14 мая. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки!